Ау! Кто-нибудь! Это чья дверь? Вот на, Мишку, ну, забирай. Привет, Рики. Увидимся в отделе страхов. Так, слезай с моей кровати, ты же напустишь микробов. О, она ничего не видела. Киса должен уйти. Давай с тобой, друг. Ты дотронулась, дотронулась. Друзья, привет! Сегодня выпуск с Сергеем Паршиным. Это уже второй выпуск с Сергеем, первый был посвящен герою Отто Октавиусу. Как вы уже знаете, мы не услышали Сергея в «Новом Человеке-пауке». Кто-то был этому рад, кто-то ничего не заметил, но кто-то расстроился. Все-таки именно голос Сергея ассоциируется у нас с тем профессором Октавиусом, с тех самых фильмов про Человека-паука. Я предлагаю каждому из вас поучаствовать в интересном формате. Если вы хотели бы увидеть и услышать Сергея Паршина в роли Отто в «Последнем Человеке-пауке», я готов это организовать, я готов отправиться в Питер и переозвучить роль Октавиуса. Сделаем видео с названием «Что, если бы Сергей Паршин озвучил Отто в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». С вас требуется всего лишь поставить лайк под этим видео. Если мы наберем 20 тысяч лайков, то вы увидите такой ролик. Спасибо вам большое и приятного просмотра. Привет, Рики! Увидимся в отделе страхов. Как детки, не болеют? Здравствуй, привет, великан! Веледи! Теперь влево перекошен? Не перекошен! Здорово, парни! Привет, Джерри! О, мистер Салливан! Ребята, зовите меня просто Салли. Вы мешаете ему работать? Ой, простите! До встречи, ребята! Розовые в бухгалтерию, зеленые кросс. Нет, зеленый в отдел закупок, а кросс идут темно-желтые. Хм, куда же идут лиловые? Вот и лиловые. Ау! Кто-нибудь! Это чья дверь? Ау! Эй! Здесь пугают кто-нибудь? Ку-ку! Эй! Киса! Отстань! Останови его, Салли, быстрее! Вот на, Мишку, ну, забирай! Мишка, вот веселый Мишка, он не плачет, и тебе не нужно, а то нас найдут и будут очень ругать. Ну, прошу тебя, не плачь. Не плачь. Хорошо, молодец, Салли, продолжай в том же духе. Я веселый Мишка, давай с тобой друг... Ты дотронулась, дотронулась! Что это было? Понятия не имею. Вот, видишь, я приготовил тебе местечко. Так, слезай с моей кровати, ты же напустишь микробов. А, все равно, устроишь как-нибудь в своем кресле. Ау! Что? Не ходи, не надо. Это шкаф, ничего страшного. Да, он похож на Рэндалла. Рэндалл твой монстр. А, ты думаешь, что он ночью выскочит из шкафа? Как же объяснить-то? Там пусто, видишь? Нет там монстра. Хорошо, сейчас есть. Но я пугать тебя не собираюсь. Я не на работе. Ай, хорошо. Так и быть, посижу здесь до тех пор, пока не уснешь. Давай, сон ходит. Ночью в гости. Тихо, к тебе. Заходит, дует, и ты спишь. Знаешь, Майк... Может, это безумие, но кажется, она не опасна. Серьезно? О, ну что ж, оставь его у нас. Давно мечтал завести животное, которое убьет меня. Может, просто отправить ее обратно в дверь?
Что? Майк, послушай. Мы очень осторожно вернем ее на место. И все будет так, как было. Ты шутишь, что ли? Смеешься надо мной? Что ж, Бу, тебе пора домой. Скорее расти и слушайся родителей. Плохо дело. Опять нет энергии. Рассмеши-ка ее. Ладно, только для вас. Она ничего не видела. Забыл снять с нее этот дурацкий капюшон, растяпа. Дядя Майк, не надо кричать в ее присутствии, иначе она не засмеется. Да. Эй, Бу, смотри. Фокус. Только без шуток, держись. Что происходит? Держись. Бу. Надо же. Очень красивые, да. Просто замечательные. Ну-ка, иди сюда. А вот и милый Мишка. Никто не выйдет из шкафа и не напугает тебя, да? Да. Прощай, Бу. Киша. Киша должен уйти. Как вам все со мной? Нравится. Мои внуки все пересмотрели, внучки, и вообще, и когда узнаю, что Салли, я...